Ну что, наступает очередное утро, и еще одна попытка выжить здесь, в этих условиях, довольно сложно. В общем-то, ну, в принципе, ничего сложного нету. Нам утром главное сейчас добраться до той лодочки и попытаться... Давай-ка мы наполним до конца уж. Так, а тут у нас что? Длинная трубка у нас не влезет. Ладно, будем сейчас проходить. Ох ты, толстяк. Эх, как не вовремя, ах, как не вовремя, толстячок. Чё они ходят тут, а? Спрашивается. Вот чё вот ты хочешь? Ну, смотри, толстый. Только так, нафиг. Как вас много, как вас много. Вот эти вот... Они задолбали нафиг. Подожди. Секунду, они действительно задолбали. Давайте мы их очень просто всех покрошим нафиг. Вон он, толстый. Ой, постоянно приходится менять это оружие, потому что... Да что ж ты, блин, зараза такая. Как много вас, а? Так... А лимон, что у нас жажду восстанавливает? Значит, лимон все-таки может мне помочь, в общем-то. То есть, если даже у меня не будет воды, я могу лимончиком немножко улучшить свое состояние. Это радует. Так, далеко еще идти? Да, путь не близкий. По-честному. Так, сделаем вылазку, и наша любимая задача — убить толстяка. Да, самое простое, что может быть у нас. Так, подожди. Как часто приходится менять эти оружие, блин. Если бы это было можно как-то быстрым слотом все это сделать, было бы гораздо удобнее, да? Ну да ладно, пройдем, перейдем. Замочим. Долбят, но долбят, долбят. Патронов хватает. Да, хватит у меня патронов. Надолго хватит. Отлично. О, толстяк. Ой-ой-ой, как ты надоел. Как вы надоели, толстые ребятишки. Так, бензина у меня должно хватить до конца поездки. Хотя, если что, будем добавлять просто опять же этим... Так. Кто еще готов? Да что ж ты прицепился, гад? Прицепляется же, а? Вон он, толстый опять. Как всегда, он здесь. Блин, как надоело. Переключаться постоянно, постоянно. Постоянно кишки им пополам. Тела их тщедушные пополам делить. Так, ну я почти уже прошел. Мне больше олень не нужен. Воды тоже не нужно. Ну ладно, переходим на другой остров. Я думаю, что без проблем. Бензина, бензина мало. Мало бензина. Я думаю, что я где-то по дороге все равно встречу еще бензинчик. Это само собой, это естественно, это должно быть так. Так, отлично. Проходим, проходим, проходим без проблем пока. Особых проблем у нас не имеется. Это очень радует. Никаких проблем. Так, я почти дошел. Переходим. Надеюсь, мне тут никакой толстяк не встретится, да? Так. Ну ладно, пофиг, пошли. Мне хватит без этого всего, хорошо. Перебираемся на другой остров. Сохраняемся, естественно. Возвращаемся на Санада Джоланд. А потом идем на Санта-Барбару. Да, к Санчесу. Долгий путь. Но сейчас, я думаю, что доберемся. Санчес нас ждет. Это бесспорно. Так, ну что...
Здесь, кстати, в этой части. Так, до вечера мне нужно добраться. Она меня спрашивает спросить о чем-то хочет. Давай-ка мы с ней поговорим. О чем она хочет поговорить? What is this stuff? Что это такое? Ты шутишь? Я не сяду в самолет моей дочери. Есть на борту такая штука. Это груз пилота? Ах, ты нашел пилота? Не знаю. Что за пилот? Ему можно доверять? Конечно, можно. Ладно, хорошо. Давленному коню в зубы не смотрит. Отлично. Выполнил еще одну непонятную миссию, да? Что за миссия? Сейчас... А, еще к ней поговорить. Ладно. Стой. Этот парень с тобой? Не может быть. Посмотри, он еле на ногах стоит. Он воздушный змей не запустит. Не то что самолет. Он правда пилот? Кошмар какой-то. Поговори с ним и убедись, что он может лететь. А, кстати, это он и есть, да? Угу, значит, то есть мне уже не придется идти никуда. Просто с Санчесом, может быть, здесь и придется закончить. А где, кстати, этот? Тут же у нас еще один парень был. Санчес, здорово. Hey, эй, ты! Мой багаж на борту? Отлично, по коням. Кого-то не хватает, твоего раннего дружка? Забудь об этом, нужно выбираться отсюда! Боже мой, отлично, я только что видел его. Но он смылся, как только увидел все чертово маски шоу. Может проверить берег? Но предупреждаю, я иду заводить эту развалюху, а потом свалю отсюда. Так, ну что? У меня новый уровень. И сейчас с Коваком. Придется общаться с Коваком. Я боюсь, знаете, что? Что это общение с Коваком будет не очень для меня. Хорошо. Слаживаться, да? Заданий нету. Ну, сейчас я к Коваку иду. Так, у меня появился новый... Так вот, будем делать. Увеличиваем свои навыки. Ладно, я думаю, что я сохранился, да? Скорее всего, да. Так что пошли к этому Коваку. Страшно, конечно, к нему подходить даже. Я боюсь к этого Ковака, блин. На самом деле. Я думаю, что стоит его бояться. Ладно, давай-ка мы поговорим с ним. На свой страх и риск. Ты нашел пилота? И самолет взлетит? Но ты не слишком хочешь улететь. Ты не закончил тренировку, и последние главы еще не написаны. Может, останешься здесь последним выжившим? Все не так просто, ты же знаешь. Ты способен на многое. Не то, что этот придурок Эндрю. Можно было пожертвовать им. Он не был так талантлив, как ты. Но знаешь, все это было ради моей книги. Ты уже сделал много. Останься и доведи до конца дела. Подумай, какое прекрасное наследие ты оставишь. Что? Думаешь, мне можно сказать нет? Думаешь, я отпущу тебя? Здесь можно выжить или умереть, но не сбежать отсюда. Что, будем драться, что ли? Что ж, неплохо. Ну ты сам напросился. Зомби! Вашу жену идите, возьмите его! Выживи его, если сумеешь. И помни, я все записываю. Вау. Продержаться, пока Санчес заводит гиптоклан. Уходим! Проблема! Давай, уходим, уходим, уходим! Оу, выхода нету. Выхода нет, надо сражаться здесь. Так, подожди. Пришло время сражаться. Так, секунду. Опять же придется использовать нашего... Вау! Когда же это все закончится? Японский городовой, как вас много, а? Вау! Толстяки, блин. Толстяки, толстяки, толстяки. Так, ладно. Давай-ка мы его...
Я не знаю, выживу я или нет. Есть возможность! Я надеюсь! Эх. Так, ладно. Пока все хорошо. Вот зараза, какой же он все-таки противный и злой. Так, давайте жажду будем восстанавливать пока экзотическими фруктами. Тем же самым он еще и голод восстанавливает. Отлично. Это радует! А-а-а! Нифига, сколько тут? Ё-моё! Да что ж ты не умираешь-то? Так, пошли. Давай мы его будем убивать! Блинский блин! Секунду. Пока пора что-нибудь похавать, да? Пришло время. Фу. Так, подожди. Умирайте все! Блин, сколько их тут? Ёлки-палки! Выживание на грани нафиг. Сколько их тут, а? Японский городовой. Ну что, долго еще ждать? Блин, пора взрывать их всех нахер. Секунду. Короче, пора наполнять, совместить канистру. Совместить канистру. Блин, я почти сдох нафиг. Вот эта секунда отчаяния наступила. Так, что я могу сделать? Я могу использовать вот эту штуку. Но я скоро уже потеряю все возможные варианты жизни. Подожди, подожди! Меня зажали в угол! Подожди, стой, стой, стой! Так, пора, надо, наверное, отсюда уходить. Вау. Вау, моей жизни пришел конец. Кстати, надо защиту. Че я ступил-то, а? Съедим защиту. Потом... Так, это не восстанавливает здоровье? Нет. Блин, вот это не восстанавливает здоровье. Че делать? Еда не восстанавливает здоровье? Нет. Короче, пришла момент истины. Момент истины наступил. Ёлки зеленые. Подожди, подожди, подожди. Я могу их с ними расправиться сейчас. Без проблем. Вау, толстый! Короче, момент истины настал. Я могу сдохнуть скоро. Вау. А как? Может быть, можно как-то убежать отсюда? Японский городовой! Уходим! А, сюда тоже не уйду. Блин. И что тогда делать? М? Кто из вас может мне подсказать, что я должен делать? Это была смерть? Если честно, с Коваком шутки плохи. И, блин, как же с ним сражаться, если все так сложно, а?
Может быть, как-то другое оружие выбрать, что ли, я не знаю. А, во, смотри-ка. Давай-ка мы совместим вот это вот, вот с этими патронами. Так, и будем пользоваться вот этой пилой все-таки. Я думаю, что будет нормально, да? Так, бензопила. В принципе, можно было бы еще тут набрать всех возможных. Но я попробую так победить. Если не получится, значит, будем продолжать как-то другим способом. Я знаю, что ты хочешь сказать. Короче, уходим. Сейчас будем драться. А борьба будет самой сложной, самой агрессивной. Придется бегать сейчас от них, наверное, по большей части. Так, подожди. Вот этих вот ребят я всех штабелями буду влаживать. Ау! А-а-а! Взорвется ведь! Блин! Короче, мне что-то тяжеловато сейчас. Придется тут сражаться, наверное. Вау! Ни хрена они тут бегают! Подожди, давай толстячков вот этим будем убивать. Загорелся. Так, жизнь оставляет желать лучшего. Подожди секунду. Так, успею? Думаю, что успею. Использовать. Уходим. Японский городовой, как вас много! Так, подожди. Давай. О, олень еще бегает тут. Ну нахер ты-то тут бегаешь, ёпты. Олень гребаный. Все, он сдохнул. Так, ладно, пока жизни у меня хватает. Насколько меня хватит, я не знаю. И хватит, хватит ли меня на сколько-то? О, как все страшно, как все запущено! Блинский блин. Вау, сложно будет. Где-то толстый тут должен быть. Вон еще толстый один. Я пошел-ка от вас подальше. По-моему, пришло время с вами расправляться очень просто со всеми. Так, пришло время еще взрывных пулек запустить. Так, ладно, давай выбираем вот это оружие, вот с этим совмещаем. И сейчас просто... Фу, как все сложно. Как все сложно-то. Так. Угу. Здоровья осталось очень мало. Скажу я вам. Совмещаем вот это. Успеваю еще, смотрите, делать компрессора, блин, какие-то. Ой, как все сложно. Так, ну-ка давай. Совместить надо. Съедим вот этого. Зелье щит. Ну ладно, я пока оставлю его. Это зелье щит на потом, да? Так, подожди. Пришло время
Еще биться. Стоп! Пришло время использовать вот это и с помощью вот это совместить вот с этим. Вот это будет бойня. Пускай сгорает нафиг. Убить его надо, убить его надо. Надо, чтобы он сгорел, блин. Мне нельзя уходить с пляжа. Так, ладно. Вау! Ах ты, блин! Он придет сейчас сюда! Так, осталось самая малость. Если честно, я могу скоро сдохнуть. Так, щит будем использовать. Щит, какой еще? Силу. Так, еще какое можно съесть? Голод починим. Осталась самая малость. Блин, тяжело будет, а? Здоровье плюс 10. Вот. Вот что я могу здоровье как увеличивать. Вот с помощью вот этих вот. Угу, точно. Давай, убивай его! Бей его! Чуть-чуть осталось! Ну, есть! Самолет завелся, надо быстрее возвращаться. Вау! Вот проблема номер один! Самая большая проблема! Уходим, уходим отсюда, уходим! Блин! Подожди, успей! Самолет завелся, между прочим, а? Ребят, мне нужно уходить. Смогу и успею, как вы думаете? Смотрите, это самый последний момент. Это самая сложная часть. Если я сейчас смогу победить, то это будет просто феноменальная победа. Так, если нет, значит все, мне хана. О, господи. Давай быстрее! Блин, он не может идти! Уходим. Все, я убил его. О, я убил его. Фу. По-моему, мы победили, а? Или нет? Come back, survivor. Your training is not over. Come back. Бог ты мой. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вау! Сколько зомби! Ё-моё! Отскакивает потихонечку, по одному. Отлетает. Я победил? Или нет? Straight ahead, Tango IR-5126. Keep your course. Over. Ковак! Это Ковак! Псих! Incoming! Do you copy, my friend? New shipment of recruits! Copy, amigo. I'm in position. Ready to play another round? На этом наша серия и игр по How to Survive подошла к концу. Мы как бы прошли все, что могли, но вернее даже просто первый уровень.
ясно, что Ковак вместе с этим парнем, Санчес, да, его зовут? Нет, не Санчес, второй, который был одноногий. Они затеяли какую-то возню и добывают рекрутов для новой постановки цели. Ну а мы с вами прощаемся с этой игрой. Надеюсь, все было замечательно. Надеюсь, вам все понравилось. Пока, ребят. Пока.